меня не знает. Меня зовут Юрий. Очень приятно вновь оказаться в этом зале. Я здесь уже второй раз выступаю. Второй раз какой-то сумасшедшей истории про совершенно неадекватные гонки. Вот. Знаю, что наверняка не последний. Вот. Ну, если так коротко про мой спортивный опыт, кто не знает, я где-то там 3 или 4 года занимаюсь спортом, триатлоном, бегаю немножко. Вот. Сам называю себя спортивным туристом, в отличие от ребят, которые усердно тренируются. Моя основная цель всех подобных мероприятий – это поехать и провести прекрасное время, насладиться природой, мыслями. Погодой. Иногда погодой, да, по сравнению с Москвой. Вот, и вот как так получилось, что год назад, или даже полтора года назад, мы вдруг пришла мысль такая пробежать МДС. После того, как мы посмотрели фильм «Леша Чискидова», если кто-то не видел, он есть на YouTube, аж целые две серии, потому что человек два раза бежал МДС, вот, что до сих пор мне покоя не дает. А, сори, да, МДС, да. Вот, и очень зажигательный Леша снял, смонтировал фильм, и мы тоже, я думаю, смонтируем какой-то общий фильм. Вот, Паша смонтирует, потому что он у нас самая творческая личность среди всех. Как-то так постепенно получалось, что у нас со временем формировалась наша команда, тут Паша подключился, там ребята как-то подключились, там Артем Калавин, который сегодня нет с нами. Ну, он, в принципе, в Москве, но просто не смог. И, в общем, таким образом у нас сформировалась очень классная команда. Вот. Алексей. Да, Алексей, может, тоже пару слов про себя расскажи. Это мой третий сезон. Вот. Я начал тренироваться там 15-16, и действительно, так же, как и ребята, вдохновился фильмом «Алексей Чискидов». Как только он его запостил в 15 году, это мой был старт физкультурный. Вот. Я решил, что я точно это сделаю. Вот. И когда поступило предложение, мы как-то вот все зарегистрировались буквально вот в течение, наверное, недели-двух. Причем мы многие были с друг другом знакомы, многие, соответственно, заочно. У нас сразу появился чат. И, в принципе, получилось так, что мы целый год в этом чате готовились, обменивались вот информацией. Это все попозже будет, да, там. Вот. Ну, в общем, время созреть у нас было много. Вот. Даже, наверное, можно сказать, несколько из чата удаляли. Не, из чата не удалялись, но сказали, что участвовать в марафон до самли не будут. Я, были, например. Но не удаляйте, пожалуйста, нас пока. И потом вернулись. Два человека таких было. Ну, я могу, да, вкратце рассказать, что я удалился в какой-то момент, сказал, что я не могу тренироваться, нет у меня времени, и никогда в жизни не пробегу 250 километров. Вот, и сказал, ребят, слушайте, в этом году я не готов, вот, побегу в следующем. Хорошо, что я купил страховку от отказа, такая у них тоже существует опция. Начал что-то добиваться возврата денег, понял, что сложно. Потом с Юрой Белонощенко как-то на винном вечере в КРС и говорю, вот, отказался от этого. Он говорит, ну ты дурак вообще. Я говорю, типа, тоже не тренировался, но пробежал. И я вернулся назад. Вот. Чему сказочно рад. Все были рады, да. Команда подсоединилась. Любомир. Да, всем привет, Любомир. Ну, у меня тоже опыт в любительском, да, спорте, наверное, это третий год. Вот, основное это был бег, дальше начал немного триатлонить. 4 марафона, вот, мечта пробежать все мейджоры. И вот на одном из них, в Нью-Йорке, в 2015 году, наверное, на свою голову я познакомился с Юрой Макаровым и Артемом Калавиным. Вот, познакомились, выяснили потом, что у нас общий интерес с нами бега есть триатлон. Вот, и дальше поступило предложение от Артема, да, Калабина. Вот мы бежим, ну, ты, в принципе, бегаешь полтора года всего, наверное, тебе рановато. Это был приговор. На следующий же день уже покупал слон, сбросил все, вот где, какая группа. Вот, ну и, в общем, началось, да. Довольно основательно, на самом деле, к этому подошел. Опыта было немного, говорю, только это марафоны асфальтовые. С Пашей вместе мы там тоже, да, подружились, познакомились, мне кажется, на московском марафоне, вот, и решили, что надо готовиться там, помимо обычной видеопрограммы и климатическим условиям. Вот еще в Дубай съездил, вместе с Пашей мы 100 километров преодолели в Хаджаре. Они только вдвоем это делали. Психопаты. Психологически готовились к длинному этапу. И, в общем-то, да, логически. Я больше 42 километров никогда не бегал до МДС. Да.
Ребята, а вот кто из вас вообще, ну, мы так что-то начали активно рассказывать про МДС, а кто из вас уже смог вообще что-то узнать об этом марафоне? Кто что, кто, может, видео какие-то видел? Кто-то смог узнать все. Ага. О, круто, тогда я прям сразу, давайте расскажи. Ну, я так понял, три человека, да, увидели только? Пайпо, там, Бодингер. Ты тоже смотрел, когда убежаешь. Да. Вот, правильно? Я бегаю четвертый сезон. В отличие от нашей группы, я единственный, кто не айронмен, потому что я бежал со всеми айронменами. Вы видели, да, наверное, это ролик, как говорится, воды нет, растительности нет, населена роботами, преимущественно айронменами. Да, бегаю его четвертый год, до этого ничего не бегал, пил, курил. А, кстати, одна из школ была, которой я занимался, лайфхайдинг, была чудесная школа. А попал благодаря смс-ке глупой, который я имел отправить в честь Юрия Макарова и Пити Гриски. Я написал: «О, ребят, не хотите комрад пробежать?» «Не, Паш, ты дурной, давай, это лучше маратон де сам». И мы с Юрой на первом же забеге, который 5 километров, он говорит: «Ну что, я купил слот?» Я говорю: «Давай». И я на второй день покупаю слот, и вот так я подвязался. Потом, возвращаясь к Наталье Седых, это шел пятый этап прошлого года. Я вижу, что там наша россиянка побеждает. Я думаю, мне нужен этот тренер. И я в итоге всеми правдами и неправдами набился. Я первый и единственный, мне кажется, дистанционный ученик Натальи Седых. Вот. Она от меня долго отбрыкивалась, месяца 2-3, но в итоге сдалась. И вот так чудесным образом вот с ней занимался до сегодняшнего года. И занимаюсь. Ты скромничаешь, расскажи, как ты позвонил Седых. Ладно, но если вообще брать историю с Наташей, я написал кучу писем: «Наталья, поздравляю, ла-ла, хочу с вами заниматься». Месяца ответ нету, два нету ответа, еще раз куча писем, куп ответ: «Здрасте». «Здрасте, я не занимаюсь дистанционно, до свидания». Я говорю: «Окей, ну как бы, так, чак, я там буду». Он говорит: «Хорошо, завтра в скайпе». Сажаем в скайпе, он говорит: «Ну окей. От вас нужно эссе, кто вы, что вы, от вас нужно кардиограмма, от вас нужен газоанализ, от вас нужно 4 видео техники бега, быстро, медленно». Короче, список там из 20 минут. Я не моргнул глазу, сказал: «Окей». И практически этот список за один день ей предоставил. Он говорит: «Ну понятно, походу я уже не отбираюсь». Вот, так мы с ней начали заниматься. Ладно, предлагаю приступить, наверное, к теоретической части. Я буду периодически раздавать там роли, ребята будут рассказывать. Мы делали эту презентацию, понятное дело, много презентаций, не бывает глупые, скучные, куча текста, чтобы не читать, мы решали сделать минимум информации, потому что мы будем все равно рассказывать, дублировать без смысла. И сейчас попробуем. Кто, может быть, видит? Видно всем? Отлично. Есть ли здесь что-то плюс 45, плюс 12? Отлично. Патрик Бауэр. Основатель «Дядечка в очках», который пробежал в 1986 году, преодолел пустыню за 12 дней. Окей. Кстати, он преодолел в 84 году, а первый марафон на Сабре был в 86. Да. 12 литров воды, что это такое? Ну, теряется примерно мега 100. 7 дней, 6 этапов. Здесь понятно. 1300 участников. Марафон де Сабрес входит в World Ultra Trail Tour. Серия забегов. И победитель Марафон де Сабрес получает такое же количество баллов, что и победитель Ultra Trail Mont Blanc. Ну, чтобы вы понимали. Ультра Мон Блан — это, считается, самая крутая гонка трейл-раннеров. 13 тысяч набора, 176 километров, 40 часов бега, первый этап пробегает. Но он единственный марафон де Сабрес многодневный. Все остальные идут с лимитом где-то 36-40 часов. Проходит Сахара, все знают, что такое Сахара, самая большая пустыня. Каждый год на 6 километров увеличивается. Здесь плохо видно. 6 умноженное на марафон. Это
примерно мы пробегаем, ну каждый год пробегает 6 классических марафонов. А вот это кто может? 6,5-14. Минимально может быть 6,5, максимально может быть 14. И сидите. Песня, которую вы слушаете. Самый большой рюкзак из нашей команды был у меня. Примерно 12 килограмм. Подушкой из дома. 12 без воды. Да, без воды. Без воды. Окей. Ну только первый день, потом я все выбросил. А крутить сколько килограмм? Паш, сколько у тебя было рюкзак? У меня был 7.7. От 8, да, до... У меня 8.2. Сейчас тоже расскажу. А сейчас расскажу. Все по пунктам. Окей, двигайте дальше. Так выглядела наша чудесная команда на финише. Ну, давайте попробуем представить. Юра. Так, 4, не звоните. Смотрите, кто эти люди? 300 человек. А Юра, на самом деле, это Николай из Венгрии. Он отлично разговаривает по-русски. Дядечке порядка 60 лет. Он пробежал, чтобы вы понимали, вот это Ultra World Trail, это там 16 забегов. Он уже 11 пробежал. А я прибегал на финиш, он просил это не рассказывать, доставал сигарку. Да, он курил всегда. И на еще два момента. На длинном этапе он тоже говорит, смотрю, пульс 110, думаю, дай покурю. И еще один самый, из-за того, что он самый опытный, у него была самая вкусная еда. У него не было MX3, у него была другая еда, но она была самая вкусная. Да, он давал пробовать. Он делился постоянно, он нам давал. Ну, да. Мы потом расскажем, у нас будут лайфхаки, там один из лайфхаков называется шеринг. Очень полезная штука для тех, кто поедет. Антон Халдин, россиянин, москвич, бежал с нами. Единственный из нас отсутствует в соцсетях. Да, у него, кстати, вообще кроме WhatsApp нет ничего. Любомир, он же, у него, ему... посвящены два хэштега «Не замандить» и «С дивана». «Диван Любомира». Если вы забьете, это все про него. Алексей, национальный герой Молдовы, мы так его называли, Дмитрий Волошин, организатор всех спортивных мероприятий Молдовы. Он же выложил сам. Вообще маньяк. Он первый молдаванин, да? Первый молдаванин, который пересек. Белки, говорят. А как квота для России? А? Квота для России какая-то. 12 человек. Ну там. 12. Была квота. Никто, мы не слышали, что кого-то не пустили. Столько не заявлялось, да. Влад Тесленко – это представитель Украины. Национальный герой тоже. Национальный герой Украины. Единственный штраф. Об этом мы тоже расскажем. Артем Калабин. Москвич, Паша Кирилл, здесь еще не хватает двоих участников. Троих. Троих. Антона Долгова. Четверых. И Першина. Леша Фирова. Алексея Фирова. Тут не хватает еще. Наталья Андреева. Наталья Андреева, это она девушка из Риги, живет в Лондоне. И Джоэл Эстонец. Все видели зажигающего парня, танцующего на видео. Да. Это эстонский... Дружинин. Дружинин, да. Вот это вкратце про нашу компанию. Теперь проверяем. Да, и Першина. Она еще отдыхает в Касабланке. Кто помнит, как зовут вот этого молодого человека? Паша, как опытный тренер, он проверяет, насколько вы устраиваете информацию. Предлагаю сначала посмотреть небольшое видео, а потом Юрий вам расскажет про наш лагерь. Отлично. Передает дух лагеря.
Ну, как вы все заметили, лагерь состоит из такого кольцевого ряда биваков. Привет, Костя. Стоящих из трех рядов, соответственно, русская команда жила вот внутри в центре. Мы еще когда увидели, ну, как классно, мы живем ближе всего к воде, что здесь вот раздают воду днем. Вот. Всего 160 биваков, каждый бивак на 8 человек предназначается. Вот. Что такое бивак? Сами себя, может быть, видели, это такой тент черный. Вот. Потом под этот тент бросают такой коврик. Вот. И это, в принципе, жилище каждого человека. Вот. Они первоначально определены, у каждого бивака есть свой номер. Вот. У нас там был 26-й, 28-й, такой Russian speaking team, да? И, соответственно, каждый раз этот лагерь переезжает вместе с бегунами. То есть, как бы новый этап в новом месте. Вот. Соответственно, с утречка его сворачивают, вот, пока ты там чистишь зубы. Про процесс, как сворачивать, подробнее расскажи. Прям такой, ну, процесс, сумный, процесс сворачивания такой. В общем, я тут немножко вперед забегу к распорядку. Вот ты просыпаешься с утра, там достаточно рано вместе с солнцем. Вот. И бегут эти берберы, да, люди, населяющие пустыню, бегут и, значит, начинают просто срывать эти тенты, срывают тенты с краев вот этого круга. И, в общем, в какой-то момент ты просто понимаешь, что такое это небо, и уже как-то нужно собираться. И они тем самым подгоняют людей, чтобы люди скорее складывали свои вещи. Вот, ну, при этом пыль, вот эти крики там и так далее, они, в общем, делают это очень быстро. Что там подвешено. Вот, они не очень опытные берберы, у них еще есть такие подгонялы, которые бегают, вы медленно складываете, потому что там разные бригады, бригада внутреннего круга, бригада внешнего круга. И берберы, они, им очень нравится делать, потому что, мне кажется, самая выгодная профессия у них, что в этот момент народ начинает скидывать еду, там, одежду, коврики. Ну и куда, не выбрасывай же, говорит, берберам, я вот кроссовки свои отдал в первый день. Он был счастлив вообще, мне кажется, любит меня всю жизнь. Вот, значит, вот такой лагерь биваков. И рядом стоит такой же лагерь по размеру, мне кажется, а может быть даже и больше, лагерь организаторов. Как видите, там 600 волонтеров, вот они располагаются в этом лагере, вот эти бедуины живут. А, это вообще старт-финиш, да, здесь? Вот, то есть, на самом деле, организация очень крутая, вот. Ну, то есть никаких проблем с организацией мы не видели, там много медиков, много волонтеров, волонтеры, которые отвечают за вот лагерь, волонтеры, которые отвечают за старт-финиш, зоны там интернета, зона писем, телефонии, medical tent, ну и плюс, соответственно, волонтеры, которые обслуживают еще и волонтеров. Вот. Ну, и они там вообще живут как короли, их кормят. Плюс... Соответственно, безопасность обеспечивают там порядка 67 врачей, да, то есть, в принципе, там можно практически все, что угодно вылечить. Конечно, основные обращения – это мозоли, царапины, но вот я слышал, что и зубы кому-то там лечили, и, в принципе, можно и капельницу поставить. Я думаю, что на самом деле они способны со всей этой, вот это все медицинская часть, я думаю, что они способны там и операцию какую-нибудь даже делать экстренно. Вот, плюс... Есть два дежурных вертолета, которые в любой момент, если необходимо, могут эвакуировать человека с любой точки и, соответственно, отвезти там, если нужно, в ближайшую больницу. Вот, два верблюда были. Вот. Ну, это странно. Я когда почитал, думаю, нахера на два верблюда? Почему два, не три там? Вот. И как бы доподлинно неизвестно, зачем они там нужны. Вот. Единственное, что я видел один раз на длинном этапе, когда финишировал последний участник, вот, люди с верблюдами шли за ним. И у меня есть гипотеза, что верблюды тоже проходят всю эту дистанцию вот в тайм-лимит ровно. То есть они идут каким-то типа таким пейсовским темпом, вот, чтобы тем самым подгонять последних участников. Есть в рейтинге, прям видно было, что за вами бежал верблюд. Вот, да. Это было бы... Ну, бежал это такое, полз скорее. Полз раненый верблюд на трех лапах. Как раз отсечка была, да. Вот. Ну что еще, как я сказал, есть зона интернета и телефона. Ну, по сути, что это такое? Это две палатки, ты можешь в одной палатке пойти написать письмо, одно письмо одному отправителю, ну, отстояв в очереди, естественно. Вот. И в другой палатке ты можешь позвонить по спутнику телефону, отличная связь, там стоит что-то 1 евро, 1 евро, 2 евро, 1 минута. Вот. Ну, в принципе, вполне доступно.
Туалеты. Ну, туалеты – это, наверное, тема вообще отдельного разговора. Будет, да, туалет? Отдельно. Я даже сейчас ее раскрою. Все прилетают в город через Мурзазад, кто-то прилетает, как мы с Юрой, через Марракеш, кто-то, как ребята, через культурную столицу Франции, через Париж. Но, тем не менее, собираются все в Мурзазад, сажают в автобус, и в автобусе погнали 5 часов до Ташкента. А первый культурный шок у меня, по крайней мере, произошел. Я даже сделал прямой эфир в Фейсбуке. Когда выходит 20 автобусов, ну, в пустыне, и все выходят с одной целью, с правильной штукой. В принципе, уходить смысла 200-300 метров есть, вроде не видно. И в итоге все начинают, кто присел, кто стоя, и при этом еще делаете сканер. Это первый культурный шок, который был от этой гонки. А вот сейчас забавимся, потом, когда мы будем уже подходить к финалу, когда нас везли обратно, это уже никого не смущало. Я потом Давай еще знаешь, что надо сказать? По периметру стояли войска. Нас охраняли очень хорошо. Это были военные, они передвигались отдельно. Они стояли сразу за туалетами. И когда мы будем говорить о туалетах, они как раз все это видели. Да-да-да. Нас привезли туда за 2 дня. У нас был вечер, чтобы первый вечер мы прожили в палатке, померзли чуть-чуть. Пока еще не знали лайфхак Андрес, потом мы узнали, о них тоже вам расскажем. И на следующий день у нас был контроль, то есть мы должны были сдать свои чемоданы, с которыми мы приехали. И наши сумки проверяли, взвешивали, кардиограммы, там все остальное. А сейчас покажу вам небольшое видео, как выглядит проверка. Давайте, наверное, пройдемся по обязательному, нам сейчас расскажет Любомир, по обязательному, да. А я буду выдавать. Итак, для того, чтобы участвовать в гонке «Марафон де Сабль», необходимо иметь рюкзак, в котором должны быть обязательные вещи, которые вот включают в себя сам рюкзак. Норма 2000 килокалорий в день, которые ты можешь получать любым способом. Мы для себя сделали выбор в большинстве своем, это вот такие замечательные пакеты MX3. Это сублимированная еда, я бы сказал, это, наверное, Ролтон или доширак для богатых. Там стоимость упаковочки где-то 7-8 евро, в зависимости от чего. Вот. Можем там дать свои рекомендации, что вкусно, что не очень, да, что брать, что нет, если интересно. Вот. Но разнообразие еды хорошее, это кускус, макароны, это пюре, фондю, то есть действительно, ну, не голодали, так скажем, да. Далее, да, это норма. Если ты имеешь проверку на финише, и у тебя менее чем 2000 калорий на оставшиеся дни, на каждый день из расчета, то ты получаешь штраф. Да, то есть за этим всем следили, и все обязательные вещи выборочно на финише каждого этапа проверяли. Соответственно, обязательно следующие вещи – это компас, причем с довольно точной там шкалой деления, она была какая-то 2 градуса. Я до отсоса, да, а Павел передал. Нет, отсос ушел. Да, ушел, да, то есть это такая интересная вещь, на случай вкуса, либо иных непредвиденных, да, ситуаций. Мы сейчас вам продемонстрируем, как она работает. А у тебя запечатано, что ли, Паш, да? Открывай. У меня тоже был интересный первый опыт работы, да, с этим дедоотсосом. В общем-то, это такая работает в обратную сторону, не да, как шприц. Которая имеет несколько насадок, и в случае укус. Да, в зависимости от того, там, какой укус, его можно вот таким вот образом
в обратную сторону. При сосате, вот наглядно видно, да, как он всасывает. То есть, если там подождать там, пару минут, в лоб не надо. Да, это помпа набирает вакуум, и действительно там отсасывает, да, я. Да, это из-за того. То есть с учетом того, что ты один, чтобы не тянуть, а наоборот вдавливаешь. Да. Ну, можно воспользоваться помощью товарища, но, в общем-то, рекомендовано все-таки такие вещи применять. А далее это зеркало. Вот, ну, мы использовали минимальные, да, как бы зеркальцы, чтобы они были самые легкие. В общем-то, ну так, для галки, наверное, больше. Зажигал. Зеркальце, подавать сигнал. Сигнал. Сигнал для полета. Да. Или еще кому-нибудь. Это пережитки прошлого вообще. Да. Следующий пункт, да, это зажигалки. Зажигалки. Обязательная вещь, мы это ощутили в первый же завтрак, да, на первом же этапе, то есть собираешь дрова, сжигаешь, без них, если это не хорошая зажигалка там с хоботом, довольно-таки тяжело действительно разжечь, потому что какие-то дрова горят, какие-то не горят, в общем-то, это вещь действительно незаменимая. Спальник, вот сейчас у Павла, да, вот такой компактный спальник. Самый легкий спальник в мире, весит 200. Не-не-не-не, легче был только у Алексея Чистого. Сейчас тоже про это расскажем. Весит 270 граммов, помещает все в такую штуку, но при желании можно сжать. Выглядит он следующим образом. Спали, ну, вся российская команда в нем спала. У нас у большинства по очереди. У нас у большинства был такой, да. Очень быстро надувает, соответственно, такой спальник, чудесно, в него можно залезть, и получается такая вот штука. Залезть и еще кокон. Было очень холодно, и приходилось сделать вот так. Прямо с головой? Да, 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 мы вот так делали. Ой, да, такая резиночка, что-то у тебя не работает, да? Слава богу. Отдельно хочется сказать, что у нас спальники были очень удачные. Крайне удачные, они действительно теплые. Вот. У нас в команде, мы уже говорили, был Долгов Антон. Вот. И в первую ночь он взял спальник у Алексея Чевских. Он ужасно замерз. Вот. Мы думаем, а что это замерз? Мы подходим, что он спит. У него просто какая-то Тонированный пакет. Да. Мы так все начали смеяться, а зачем ты его взял? Вот он поведал нам, что это Алексей Чискидов ему дал, и когда он спросил, не замерзал ли я в этом, он ему ответил, не парься. Ну, В общем, он не парился. В общем, ну, да, не парился, парня спасали там. Как смотрите, как парень спасался, он перелег с краю и заворачивался еще берберским ковром. Так, окей, спальник посмотрели, 10 булавок. Да, на какую температуру начали? Это 10 градусов. Плюс 10. Если кто помнит, то может там посмотреть. Ну, по факту мы на пределе, наверное, были. Температуры, да, они как раз 10 достигали. Я, например, сделал ошибку, на втором этапе выбросил штаны, остался только в шортах. Я вот уже в спальнике подмерзал. То есть я так, да, испытывал некие сложности. Окей, 10 булавок. Это для того, чтобы крепить номера. Номер обязательно по условиям гонки должен быть спереди и сзади. И если он не закреплен, штраф. У нас один, да, коллега наш, да, друг, да, песочный наш брат, Влад Сисенко, был оштрафован на финише одного из этапов на 1 час за то, что у него было 8 булавок, а не 10. Окей, антисептик. Понятно, в общем-то, да? Окей, и не обязательно. Ну, здесь я скажу, очень кратко мы написали, там, гейкерсы, понятно, это, да, это то, что одевается вокруг кроссовок. Они одеваются сверху на специальную липучку. Это для того, чтобы можно было бегать по дюнам, чтобы песок, как мы сейчас видим, попадает, да, не попадал. Попадает песок в кроссовок, это работает как наждачная бумага. Ощущение не самое приятное, да. Потом можно будет потрогать. Термобелье. Это, наверное, лучшая находка. Да? Есть. И всем мы советуем брать верхнюю и нижнюю часть, для того, чтобы не мерзнуть, очень мало весит, тепло, в спальнике идеально. Таблетки. Ну, здесь всевозможные таблетки, там, что мы брали. Там что помогает. Да, там от живота какие-то, там, кто-то брал глюкозу, кто-то брал для того, чтобы спать. То есть, в общем, полный набор, это важно. Нет, ну кто-то подписывал. Большинство, да, большинство нет отдельно. Плеер, GoPro по желанию, тапочки и так далее. Скажу на примере нашего товарища Саймон, да, вот. Некоторые люди бежали МДС и несли с собой сигары с помидором. Для того, чтобы на финише их как бы покурить. То есть здесь кто на что? То есть кто бежит на результат, да, кто бежит там в удовольствие. Ну, в общем, необязательный ассортимент, он может быть абсолютно разный, но российская команда после второго этапа его свела вообще к минимуму. То есть мы шерили вещи, у нас выбрасывались просто горами дорогие действительно вещи, какие-то аккумуляторные батареи, зарядки, все это летело.
за каждый грамм действительно мы боролись. Начали отрезаться рюкзаки, которые не хотели там резаться, в общем, и так далее. Мне кажется, здесь важно еще сказать про носки. Вот Паша нас обеспечивал специальными носками. Как вы все понимаете, ноги натираются сильно. И вот эти специальные носки с пальцами, они, кстати, толстые достаточно. Вот позволяют, ты не чувствуешь между пальцев. Они нам позволили, так сказать, спасти, мне кажется, немало наших пальцев от стирания. Если кто-нибудь занимается трейлом, могу сказать, фирма InGigi является лидером в трейловых носках. И то же самое как раз у нас представлено две модели кроссовок, и, наверное, процентов 80 людей бегут либо в кроссовках американской фирмы Altra, либо в кроссовках американской фирмы Hoka. Выглядят они вот так. В чем существенное преимущество кроссовок? Ну, они довольно легкие, у них очень большая подошва, широкая, что позволяет амортизировать. Потому что в этом забеге точно не про жесткость, да, и вообще там не про бег, а больше про быструю ходьбу. Вот можете посмотреть, что стало с подошвой Hoka, что стало с подошвой Altra. Они новые, да? Эти относительно новые. Они бегали по карману. С опытом небольшим. Пробегом. Вот такие вот экземпляры вкалываются. Колючки. Ну, потом, на самом деле, если кому-то будет интересно про кроссовки, мы отдельно расскажем, потому что про эти уникальные Hoka и Altra можно рассказывать отдельно, собирать. Я знаю, что тут большинство ньютоманы, но там бегают все эти. Единственный вопрос только, у российской команды были не из этих? Да, нет, в российской не было, был Влад из Украины, он бежал в Арсиксах, и не одной модели. Вот трейловая модель Арсикс. А, ну, еще, Паш, не показали котелок, по-моему, да? Да. Котелок да. Еще такой был у каждого. Вот, из которого все питались. Сначала он был у каждого такой котелок. Потом мы начинали ширить котелки, скидывать котелки, и в конце было принципиально. Один на всех это было нормально. Можно попью? Можно, да. Вот, и вот у котелка есть очень важная такая штука, ручка. Вот, ты ставишь на огонь, и вот ручкой очень-очень... Сейчас мы тоже расскажем, у нас будет распорядок дня. Здесь, кстати... У всех вот такая была, вот это тоже расскажем. У всех была кепка, у меня либо желтая, либо белая, но да. Суть такова кепка и закрывающая шею, не знаю, как сказать, тряпка. Из интересных вещей, которых мне лично подарили много впечатлений, да, вот этот фонарик, ну, первое, по правилам лагеря необходимо там, ну, в вечернее время было ходить с включенным светом, да, и второй момент, это длинный этап, да, вот эти там 83 наших километра, 6. Вот, 6, да, извиняюсь, я уже добегал, соответственно, последние, наверное, полтора часа, это было темно, вот, и ощущения напоминали кадры фильма «Ведьма из Блэр», то есть, вот, ты бежишь, какие-то кусты, песок, ничего не видно. Дорога подсвечивалась такими ультрафиолетовыми лампочками. Не лампочками, а ну, палочками. И где-то с интервалом 3-5 километров они просто там привязывались. То есть ты бежишь вот где-то вдалеке, ты видишь что-то такое, вроде похожее на свет. И ты бежишь туда, спотыкаясь о камни, то песок, то грунт. И, в общем, если не этот фонарик, я думаю, все гораздо быстрее бы закончилось, а так дотерпели. Но впечатление, вот именно вот эта вещь, у меня как бы большие, да. Сейчас начнется самая интересная вещь. Мы начнем, наконец, рассказывать про гонку, как это было без радара, очень женаты со мной. Разговаривали сами с собой, с Богом и остальным. Но прежде чем начать, могу сказать, что вот эта штука, казалось бы, 30 предметов, мы их год искали, собирали. И выбирали, тестировали, все что угодно. Такие, как я, еще умудрились не получить багаж. Со всем этим добром перед гонкой. Но он потом пришел, слава богу. Экипировка очень важная штука в гонке Marathon des Andes. И самое, наверное, важное в экипировке, это, ну, по крайней мере, помимо удобства, это вес. То есть гонка Marathon des Andes подразумевает самый легкий вес самых легких вещей. То есть, если вы хотите взять с собой зубную щетку, то как минимум вы можете вот воспользоваться автоматией. Да? Потому что вот эти 50 грамм, они дают. Если вы хотите взять, там, я не знаю, самый легкий котелок, то это будет там самый легкий кроссовки. Все самое легкое. Ложка титановая, значит. Ложка титановая, обрезанная, там, не знаю, все что угодно. Ладно, давайте тогда проговорим чуть-чуть про гонку.
что-то новое, возвращаясь, нам повезло, я перекрестился. Сели в автобус, выдают вот такой роутбук, и первое, что я открываю, тут написано... Где? Не написано, мы считали. Да, не считали. 237 километров. Господи, не услышал. Потому что все предыдущие года только наращивали там. 240, 250, 257. Я думал, ну сейчас как минимум 260 должны быть. И все. А тут 237. А от чего это зависит? Чувак, каждый год меняется трасса. Она не повторяется. Меняются этапы, меняются, километраж меняется, меняется рельеф, все остальное. А 237 километров, сразу началась паника, думаем, блин, если уменьшили на там, 15%, значит, усложнили на 15%. Мысли много появилось. Вот. А для вашего удобства разбили сейчас по этапам. Будем делать следующее, показывать вам небольшое видео про этап, который снимали наши коллеги из МТС. И потом, ну, вкратце, наверное, каждый там про отдельный этап расскажет свои ощущения, впечатления. Вот уже как раз без верха. Здесь еще максимально тяжелые, рюкзаки битком. Все хотят нести все с собой. Можно было на зиму просто. Можно было, вот это мы. Да? Да. Каждый год из всех участников выстраивают цифры. В этом году выстраивали какую цифру по нормальному? На фотографии мы в двойке под молдавский флаг. Приезжал кто-то из правительства, мы так и не поняли, кто это, папа этого дяди или брат этого дяди. Вещи прямо по дороге можно выбрать? Вещи специальные мешки, только на пункт. Ну, так бодро все начинали. Очень драйвово. Песенка ACDC, да. Вот мы этого ждали. Ну, где-то минут через 15 все начали... Притормаживать. Говорится, наелись песка. Ну, это на первой дюне было, на самом деле, такая бодрость, да. Вертолеты не только там снимали и вывозили, как говорится, те, кто не бежит, они нас пылили. Так как выбирался, наверное, апрель специально, когда нет песчаных бурь, нас, ну, как бы, Бог миловал, не было. Так вот, вертолеты нам создавали искусственные песчаные бури. Особенно те, кто бежал впереди всех, вертолет подлетал, зависал, включал форсаж и поднимал песчаную бурю. И делал это не один раз в течение там, каждого этапа, но на начальной стадии только. Давайте да. Пока этот видео расскажу. Все участники при регистрации, ну, чтобы вы понимали, давайте, регистрация на Марафон де Сабле стоит 3000 евро. Без перелета? Без перелета. Перелет можно было два версии. Чартер из Парижа стоит 500 евро, и плюс еще надо до Парижа долететь. А при регистрации ты указываешь, кто ты, волкер, пешеход, либо бегун. То есть, в принципе, всех участников, ну, как вы видите, можно разделить на две части. Те, кто бежит, и те, кто идет. А, идут долго, есть кто-то быстро. Если брать участников, возраст, самый взрослый участник был, по-моему, 82 года. А самый молодой был 16 лет, и у папы притащил честную девочку. Вот, давайте тогда, наверное, я попрошу, Юр, можешь рассказать про первый этап, свои вообще ощущения, как ты морально его преодолел? А он сейчас закончит играть уже, да? А он
Да, 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 пошли. На гоночку. Кстати, одного из них и не Геннадий дали. Не знаю, что это было. Ну что, первый этап, как сказал Любомир, да, все так стартанули очень живенько. И я в том числе, да, я тоже там бегу, думаю, по 6 минут, думаю, отлично. Здесь, кстати, мы сделали карты, можно посмотреть, как есть из того самого фильма Лёши Ческидова популярная и всем известная фраза, когда он снимался, говорит: «Амбиции поубавились». Вот. Я снял приблизительно похожее видео, сказал: «Амбиции как не было, так и никак они не появляются». Вот. И для меня лично первый этап был самый сложный, вот, что я что-то понял, что моя неподготовленность, она как-то дает о себе знать очень быстро. И уже где-то, наверное, минут через 15, как Любомир сказал, мне уже захотелось пойти пешком. Я думаю, ну как-то что-то тяжело уже. Вот, и солнышко начало жарить. Я думаю, бог ты мой, 6 дней, значит, мы будем тут в этой микроволновке париться. Вот. Ну, там как-то худо-бедно вот этот первый этап. Еще мне песок насыпался сразу в кроссовке. Я еще испугался, думаю, ну все, сейчас я без пальцев вообще финиширую. И вообще закончится мой маратон де Саблес. Я даже остановился после на первом чекпоинте, снял, все вытряхнул. Думаю, ну как же, надо же ноги беречь, я же турист. Вот, потратил кучу времени на это. Вот. Ну, чтобы вы понимали, больше я не делал этого никогда. Какие ощущения были на финише, когда финишировал первый этап? Ой, на финише первого этапа. Но он на самом деле был тяжелый. Вот где-то здесь я уже встретил француза своего нового друга. Вот. И мы с французом таким полушагом, полубегом, таким кросс-походом двигались сюда, и, ну, к финишу. И, честно говоря, когда финишировал эти 30 километров, кстати, а финишировал я, по-моему, часов за 6, что ли, или за 5, за 5 или за 6 часов, что много, как вы понимаете. Вот. Я вообще себе с трудом мог представить, как вот еще таких 6 дней произойдет. Вот. И вообще, я думал, господи, зачем этот этап я себя записал? И вообще, первый этап, кстати, был самый мыслительный. Видимо, еще когда на темпе из города приезжаешь, у тебя что-то голова работает, у меня какие-то идеи, мысли. Я начал правила вырабатывать во время первого этапа. Вот, где-то как раз вот здесь, где начало-то? Вот здесь, да? Вот здесь где-то начали правила. Первое правило я для себя принял, что я ни с кем не соревнуюсь. Ну, что мне, вот хочу иду, хочу фотографируюсь, как бы, ну, с кем мне соревноваться, вот, ни с кем, все, ни с кем, да. Вот, второе правило, я не травмируюсь, это значит, что, ну, если там гора какая-то, ну, можно зайти пешком. Вот, в общем, я себе над этих правил выработал правильных, хороших, установочных, вот, их нарушал, потом, естественно, постоянно думал, господи, ну, ты же сказал, не соревнуйся, куда ты бежишь, а надо этого догнать, надо там от этих убежать. Вот. В общем, был мыслительный очень первый этап, много идей, много мыслей. Я думаю, зачем я сюда приехал, нахрена этот МДС вообще, что я не ношу, там, поехал бы реально на Мальдивах бы отдохнул лучше. То же самое, тепло, хорошо, лежишь, получаешь удовольствие, а я тут как дурак бегу еще. Вот. Но это было только на первом этапе. Вот. Потом мозг выключился, и больше я не думал вообще ни о чем. Да. Ну, не знаю, может, ребята тоже какие-то мысли были на первом этапе? Я могу про первый интересный. Прервусь все равно, потому что у нас лимитировано время, осталось 30 минут, и у нас мы можем долго рассказывать, потому что мы и наговорились там, как вот понимаете. И мы каждый будет общаться по этапам, по своим там кусочкам. А давайте вкратце еще расскажу про распорядок дня. Подъем в 6 утра. Я столько времени, сколько там, никогда в жизни не спал, потому что мы ложились в 8. А просыпались 6, 10 часов. Умножить на неделю 70 часов сна. Высыпаешься, да? Хорошо. Да. Космос. Завтрак. Завтрак у всех по-разному. Я брал мюсли, разрезал, заливал воды, пил. Юра ел сухомятку, забивая водой. Но 8.30 старт. В зависимости от дня этапа, иногда этапы делили на две кучки. Первая кучка бежит рано, вторая кучка бежит позже. Финиш XXX, потому что все финишировали по-разному. Кто-то быстро, кто-то не очень, а кто-то на следующий день. Такие тоже были. Прибегаешь в лагерь, тебе дают чай, выпиваешь чай, получаешь бутылку воды. Дальше приходишь в палатку, выпиваешь рекавери смесь, мы пили ультраген.
И дальше кто первый прибегал, ушел за дровами. Почему? Представляете, лагерь вокруг пустыни, если 1000 человек выйдут одновременно искать палочки там. Соответственно, радиус увеличивается в разы. И кто первый прибегал, ушел за дровами, после дров положил дрова, идешь в клинику. Про клинику мы тоже сейчас чуть попозже расскажем. Потом приходишь, делаешь себе обед. Кстати, я попрошу сейчас, Любомир, можешь нам заварить 2 пакетика, чтобы... после обеда сразу же полдник, потому что ты весь в активности, тебе надо опять разжигать воду. Полдник — это был либо спортбар с чаем, либо там еще ночью по-разному. И наш эстонский друг на третий день нам все-таки выдал мясо сухого, потому что не мог больше тащить. Потом ужин, и после чудесного ужина, но здесь у каждого еще были там туалетные паузы, и после ужина сон. Дальше. Второй этап. Видео. Второй этап 39 километров, лимит прохождения трассы 11 часов. Если брать по этапам, второй этап, первая часть его проходила по каменистой поверхности, потом было немного дюн, и самая сложная часть — это была гора, 200 метров набор высоты, примерно на 500 метров дистанции. Это практически каждый полшага нужно подниматься вверх. Вообще горы — это достаточно неожиданная история в пустыне. Я вот лично не ожидал там увидеть горы, особенно такие. Ну, то есть холмики, да, но горы нет. Интересно было, то есть первый по факту это была такая вкатка. Несмотря на то, что там были дюны, но он был довольно-таки плоский. Как все говорили, это самый простой этап, это разминка. В общем-то, так и оказалось. Это такой был проходной этап. Второй этап у нас уже начались более веселые, да, вещи. Вот, то есть это больше дюн. Я в целом, ну, считаю, что довольно там быстро бегаю по ровной поверхности, на полумарафон, сейчас 30 метров. Но тут случилось то, что случилось. Я увидел горы, которые были просто очень здоровые. И вот с рюкзаком это было действительно испытание. Бег сразу как бы пропал. Это действительно было такое шагание, причем тяжело, как бы нудно. Вот. Было непросто. В общем-то, и, там, смотрел как бы за пульсом, он уже там под 170 как бы шкалило. Первый этап я закончил что-то 120 какой-то. Задача у меня была там закончить в топ-100, и, в общем, постарались. Вот. Но после второго этапа у меня уже в голове так вот сформировалось, это вообще что такое, зачем я сюда приехал. Вот это действительно было довольно-таки тяжело, то есть, наверное, это до середины было тяжело, дальше как бы пошло уже попроще. В общем, вот видно, наверное, да, вот эта гора, действительно было сложно на нее просто забраться. Когда на нее забрался, выдохнул, там попил воды, вот, тоже ошибку большую сделал, взял воды меньше, чем надо. То есть это, ну, там на будущее советы, как бы мы потом тоже, я думаю, еще расскажем. Это брать чуть-чуть, ну, лишнее лучше воды, ее там запихнуть в рюкзак, там, я за поиском запихнул, ну, это такой лайфхак. И потом я увидел, как надо спускаться. То есть это такое неответственно, но близкий к нему как бы спуск, это все в песке, и люди прям бегут с такими фонтанами, вот, потом останавливаются, какая-то веревка там, то есть там необходимо придерживаться, то есть это с элементами какого-то такого же климбинга, да, были, вот, и в общем не,
не пробег ни разу, вот, абсолютно не пробег, и дальше была там прямая. Ну, на прямой там, что мог, уже там отыграл, вот, но впечатления такие, это уже не шутка. То есть вот после первого этапа как-то вроде фан, да нормально, мы все справимся, второй этап он поднапряг, и я начал думать, что же будет там на 80. Давайте вам еще попробую рассказать чуть-чуть про поверхность. Всю пустыню можно разделить на 4 поверхности. Первая поверхность, это на карте обозначается такими холмиками, это дюны. А, дюны, вот здесь большие дюны. Вторая часть, которую можно тоже примерно 25%, это горы. Причем горы, нормальные горы, как вы себе представляете, если кто-то ходил на Бенгуру, Страту, там у... А третья часть, это вот здесь, это... утрамбованные камушки, но получается бежит как по горе. Каменное плато. Каменное плато. И четвертое, это тоже как плато, но такой песок полузыбучий, вот каменное плато с либо большими камнями, либо маленькими камнями. Вот, это чтобы мы потом смогли ориентироваться по карте, где чего было больше. Здесь вот было, например, каменное плато, потому что дюна слева, вот здесь поперли дюны, вот такие примерно. Вот здесь в начале дюны были, вот здесь была большая гора. У меня еще маленькая врезка. На втором этапе я познакомился с мужиком на пути, который 30-й раз бежал этот МДС. 30-й раз бежал МДС. Вот. Я его обогнал, думаю. Думаю, какой я крутой. Он думает, что ты, наверное, он знает лучше меня, как бежать МДС. Вот. И, ну, многие говорят, что МДС это не пробег. И вот у этого мужика я научился технике бега, которой я дальше, в принципе, придерживался весь МДС. Вот, он бежал ровно по 8-30 минут на километр. Вот, представляете, да? И вот как вот вы, не знаю, видели, там пенсионеры бегают, да? Вот так вот, тихонечко, вот так вот. Вот таким бегом я и преодолел отличие старой дистанции, научившись у этого мужика передвигаться по 8-30. И да, 8-30 хоть хороший темп. Это мои ножки, это не кровь. Расскажу. Помните, да, после обеда, рекавери, дрова, клиник. А, все стандартно у всех. Мозоли есть у всех. Нет ни одного человека, который не может. У меня не было. Скулка, что-то точно где-то было. А вот здесь? Да. Это единственная дырка, которую я получил, была подмышкой. Ладно, мозоли есть у всех. Просто у кого-то их больше. А что можно было в клинике? В клинике можно было помыть ноги. Приходишь, тебе дают стульчик. Дают бутылку, туда заливают йода, и очень хотел сказать, ну нахрена не заливай воду, можно было бы еще попить. Он заливает туда йода, ты моешь ноги, отрываешь там тейп и пластырь и все остальное. А тебе выдают вот такие чудесные бахилы, в которых потом очень круто передвигаться по лагерю. Ну как круто, потому что ты в тапы, ты одеваешь тапочек, вот такой, а на него бахилы, у тебя чистенькие ножки, и ты пошел. Кстати, по лагерю, если вы будете смотреть видео, и люди вот так ходят, они не из-за того, что у них болят ноги, потому что там по камню. Да, да. А в клинике можно взять на халяву бинты, тейпы клеить, там себе подклеивать. А в клинике есть стоматологический кабинет и операционный. Но это за отдельные деньги. На МДСе деньги – это время. Потому что если вы обращаетесь не по мозолям, мозоли не входят в пенальти, а обращаетесь там, например, в капельницу вам сделать, там прокапать, у глюкозы, вы там помираете. А это там минус час, минус два времени. Наоборот, плюс. Плюс, да. Окей, третий этап. Я надеюсь, они там не собираться сейчас будут, я просто вставлял видео там. Это ребята из Air France, у них был ребенок, ДЦП, и они вот всю гонку, вот, непонятно, кайф был ребенок, нет, но... А это этап уже идет, да? Да, это этап. Видите, все бегут. Давайте я вам пока расскажу, перед тем, как Алексей расскажет свои эмоции, это третий этап. Стартовали мы в лагере здесь, кто помнит, вот эту гору мы уже преодолевали. Эмоция была одна в конце второго этапа, когда мы узнали, что эту гору придется преодолевать. А помните, да, с той стороны был песок, если туда камушка, это песок 200 метров надо было вверх. Это было просто несколько слов мата, эту гору в обратную сторону. Потом здесь залазишь на гору, бежишь по хребту,
спускаешься, залазишь на другую гору, бежишь по хребту, каменное плато, и здесь песчаная гора 200 метров. Вот, вот то, что можно придумать себе вот, в сказке, вот, вот, на эту фигню, ангелево. Опять же, с веревкой, то есть без веревки там тяжело было забрать. Без веревки ты не заберешься там просто. Она уже там прикреплена. Прикреплена, да, и по очереди. Да, перила протянуты. А вот хребет. После горы начинаются дюны, потом каменное плато и лагерь. Итак, 31 километр, 10 часов лимита. Алексей, для меня это единственный этап, который я снимал себе на видео. Вот, на телефон, я думаю, ну что, уже идет третий этап, что экономить, соответственно, заряд телефона. До этого я его не слушал, не включал. Вот. Начинается гора, где-то через 11 километров. Вот гора, вот туда мы бегаем. Представляете? Если кто знает, есть такой Дима Уфаев, который себе поставил цель не пропускать ни одной тренировки. Я иду в гору, думаю, ну что мне делать? Я записал для него видео, чтобы он не это, пропускал тренировок. И в этот момент гора начала заканчиваться, ну промежуточно, не самая большая, а промежуточная. И я начал снимать спуск и говорю: Дима, у нас с тобой преимущество, мы с тобой тяжелые, сила тяжести несет нас вперед. Вот. А вот то, что... Разговаривал сам с собой на трассе? Сложно. Я разговаривал только в первый день. Скажу свои эмоции. У меня был самый тяжелый рюкзак, потому что я решил каждому участнику группы сделать сюрприз, потому что когда долго бежишь, хочется чего-то такого, ну, я называю это ништячок какой-то. Я взял девчонкам капучинки, ребятам взял там еще что-то вкусное. У меня был с собой коньяк. Вот. Первый день я раздал все. Причем там было написано 2000 калорий в день. Я подумал, что в обычной жизни я потребляю больше 3500 калорий. Это гарантированно. Я такой думаю, я заголодаю. И у меня было по 4 пакета приема пищи, 2 обеда. Я раздал в первый день все. Вот, и капучинки раздал, и мясо раздал, и коньяк мы сразу выпили. Вот. Расскажи, на третьем этапе как в гору давали? Вот, я использовал вот этот лайфхак. Нам говорили, что не надо своей водой поливаться, когда прибегаете на чекпоинт. Свою воду пейте, а кто оставляет воду, чужой поливайтесь. Вот, я так и сделал, я полился чужой водой, поэтому у меня осталась одна полная бутылка воды, и я лез в гору. В одной руке держал 1,5-литровую бутылку воды. Мне было очень тяжело, потому что мне пришлось по веревке лезть одной рукой. В одной бутылке, другой. Первая мысль, которая у меня была у веревки, хорошо, что у меня не устали руки. Вот. Я полностью залез в эту гору на руках, залез, у меня 1,5-литровая бутылка воды, я чувствовал себя вообще самым счастливым человеком, потому что я полностью остановился наверху. Но вниз уже было гораздо легче. Ну и тоже, вот весь третий этап я себе отснял на видео, у меня там несколько роликов есть. По питанию. Сейчас попросил коллегу Сайла Хайлинга принести нам ложки, там я думаю как раз... Небольшая заминка, горячая вода, но не это. Да, то есть мы заварили холодную воду. Нет, пока я оставил. Питание попозже. Ладно, как уже рассказали ребята, вообще весь рацион – это 2000 калорий в день минимально, соответственно, 7 дней – 14 тысяч калорий. Их можно было собирать из разных. Большинство из нас выбрал пакеты MX3. Чем удобен пакет? Ну, во-первых, там уже сбалансированное питание. Пакет средний 500 калорий, весит 130 грамм в среднем. Его очень удобно есть. Первое – тут три линии надрыва. Первая линия открывается, вторая линия, заливаешь воды до нужного уровня. Петух нашли? До нужного уровня. Вернулки надо было. Проходит время, 10-15 минут, надрываешь его еще раз, у тебя получается такая миска металлическая, и бон аппетит. Соответственно, завтрак кто-то ел мюсли, обед паста карбонара, 4 сыра, А кто-то давился кускусом все дни. Один из важных моментов, перед тем, как если вы поедете на МДС, нужно все попробовать. Потому что если вы не попробуете, есть гадость еще в не очень крутых условиях. Ребят, не берите MX3, берите другие фермы, как было у Коли из Будапешта. У него один пакет был 800 калорий и весил столько же. И было вкуснее. Гели,
соответственно, гели, но в зависимости от того, сколько употребляете гели, я, например, ем каждый час активности, ем гели. Я с собой брал Multipower гель, ребята брали First Endurance. First Endurance, я брал. Кто-то там еще какие-то гели. Uh-huh. А ультраген? Ультраген – это икаровая смесь, сбалансированная, белок, углеводы, БЦА, прибегаешь 100 грамм, 300 калорий и отличное восстановление. А там же спортбары. Спортбары кто-то ел на этапах, я не ел, потому что, по сути, спортбар переваривается там относительно долго, но как дольше, чем гели, и смысла нет. Кто-то ел. А чай. Один из лайфхаков, бутылка разрезается пополам, наливается кипяточек, пакетик чая, тогда бросаешь сахар, кто-то берет, и ходишь. Ну, здесь, наверное, самое важное, это не жадничать и взять побольше пакетиков с чаем и с сахаром, потому что хочется пить что-нибудь, кроме воды. Вот, как вы видели, воды мы выпивали там литров по 6, наверное, по 7 в сутки. Вот, а чай ничего не весит, и со сладкий чай вообще там шел на ура. И сухофрукты, орехи, та же самая половина продуктов, вкусные, относительно легкие, и там перекусы влаги. Ребята взяли самый калорийный орех, это макадамия, в 100 граммах, 800 калорий, очень вкусный. Другие можете не брать. Вот, это полпитания. Сейчас можете, кто захочет, можете попробовать, у нас там есть 15 минут, да. 15 минут. Четвертый этап. Ой. Я тогда расскажу про четвертый этап. Всего. Самый длинный этап. Гонки, все его ждут как огня. Хотя третий день перевалочный, но все равно все ждут четвертый этап, потому что по факту он один из самых решающих. Если на первых этапах там можно выиграть там, 10 минут, 5 минут, 20 минут, то на длинном этапе можно выиграть час, два, три времени. А по итогам трех дней, в первый день я пробежал 48-й, потом 66-й, потом 64-й. И уже все, наверное, на мне поставили кресло, о, чувак, на первом быстро бегает, потом не бегает. Четвертый этап делится на две группы. Первые 50 человек стартуют в 11.30, ну, в самом смысле, а все остальные стартуют в 8.30 утра. Я по рейтингу 54-й и понимаю, что, в принципе, мне кому-то повезло, побегу туда. Зато приходит тетушка вечером, говорит, Павел, 48-й. Я говорю, это не входило в мои планы вообще. Я говорю, идите перепроверьте, я говорю, нет, туда не пойду, это точно 48. Короче, мне повезло, я стартую в первом полтиннике. А первые полтинники все убегают, и мы, с, получается, с отставанием 3 часа мы стартуем. А в этот день повезло, потому что относительно была такая необлачная садымка и такой полутень, нельзя назвать тень, но мне казалось, что это была шикарная не так жарко. А, и мы пробегали здесь соленые моря, это бывшие, и там прям ветер такой, ты бежишь, тебя обдувает. И по ощущениям было такое, что ты бежишь, там где-то плюс 35. Нет, это Пашка обдувало что-то. А? Нас не обдувало. Не было ветра. Нас сегодня обдувало. Это какой-то сигарист. Мы с мысли ездили. Да. Но мы в разное время стартовали. Три часа разница, поэтому. Стартуем в пачке 50 человек. Я понимаю, что первый там я гнал, у меня единственное, у кого не было напульсника, я думал, ладно, надо будет бежать по ощущениям, нашел себе тезку Паулу из Испании. А, бегу примерно 48-47, а, все ломанулись марокканцы вперед. А, у меня на одном из этапов заканчивается вода, мне вообще на всей гонке везет, у меня всегда заканчивается вода. А нибель отвалился из бутылки, что такое нибель в бутылке? Вот такие точечки, он у меня куда-то делся, и когда ты бежишь, у меня полбутылки выливалось. И после этого я сделал такую штуку, я его на одном из чекпоинтов заклеил, и чтобы вода уже не выливалась. А 49-й там где-то километр, уже эту всю фигню пробежали. Первых отстающих начали уже встречать там дедушек и бабушек Китая, из Японии, которые там пешком, бедные люди, они по 40 часов. А на 49-м километре начинает заходить солнце,
И у меня, как все выйти из сумрака, у меня вся энергия начинает выходить. То есть наоборот, но в плане. И 49-го. Не, не покидал. И 49-го километра что-то со мной происходит, я начинаю хреначить. Начинаю бежать примерно по 5:30, 5:15. Те, кто стартовал в полтиннике, им всем клеили такие светоотражающие полосочки. И уже начинает сумерки, и когда ты бежишь, после 7 часов надо будет вешать фонарики. Я ориентировался только на этих, потому что если я видел, у меня была как жертва. А в итоге, ближе к финишу, мы все бежали с GPS, но ставили ультратрек. Ультратрек — это такая штука, которая позволяет экономить батарейку. То есть он с GPS связывается не каждую секунду, а каждые 30. Но при этом у тебя погрешность 1 километр на 10. И под финиш я уже, там, знаете, как сумрак, ты видишь светящуюся точку, тебе кажется, что для нее осталось там километра 2, и вроде по этим 2 километра ты бежишь, а ее нет. Проходит 20 минут, ее нет 30, а она только начинает приближаться. В итоге последние 7 километров я бежал по 4:50, как говорил. Прибежал за 11 часов 7 минут и оказался 23-м в этой пачке. Я понял, что в принципе длинный этап он вообще очень много решает. Марканцы умеют бегать, когда жарко, когда холодно, но не холодно, в темноте не умеют. Вот, так прошел четвертый этап. С Богом не разговаривал, сам с собой не разговаривал. Единственное, о чем он разговаривал, А этот этап ловкий или батарейка? Плоский. Десятка первая плоская. Дюны. Плоский. Гора. Спуск с дюны. Камни. Камни мы прям бежишь по булыжникам. Дальше. Высшая река, по-моему, да? Высшая там какая-то река, потом вот это все дюны, прям такие дюны. Здесь вот эта рыхлая поверхность, камни, рыхлая поверхность. Не очень, короче, покрыли. Лайфхак, Юр, расскажешь про лайфхаки? Лайфхаки. Я постарался, чтобы все не вспоминать, там про еду, про что-нибудь. Есть кто-нибудь про еду? И берите много. Короче, в еду надо самое главное, на самом деле, наверное, прожить несколько дней, желательно, до гонки. Желательно. На той еде, которую вы будете жить, чтобы не бояться заголодать, потому что все боятся сначала заголодать и берут много. Вот. Плюс надо в эти 2000 калорий считать все, включая вот ультраген восстановительный, там калорийный, изотоник, все перекусы, в общем, все надо туда вкладывать, тогда еды будет, в принципе, достаточно, 2000 калорий, в принципе, хватает, вот, ну, что на жаре, если честно, не очень хочется есть, вот, но, в принципе, вкусно, вот, и, не надо брать с собой сало, вот, не надо брать с собой лайфхак. Ну, есть был один участник, может быть, вы знаете, он в прошлом году взял с собой сало, потому что сало калорийное, или 15-м году. Вот сало, оно, естественно, на первом же этапе растаялось. И он остался без еды. В общем, сало брать не надо брать батончики с шоколадом, потому что шоколад тоже растечется. Что еще по еде? В общем, лучше затестировать еду, это самое, наверное, главное, протестировать ее в Москве. Вот. Мне повезло. Я не тестировал. Я неделю жил на этой еде. Ровную неделю. И она мне нравится, начала сказать. Ты что? Я пойду пообедаю. Пойдем. Нет, я открываю. Давайте там про хлеб. Помните, да, самое главное правило маленькое. Если, например, вам нужно там 100 миллилитров, то лучше взять 5 по 10, потому что ты бежишь, упаковка выкидывается, ты каждый раз себя облегчаешь, а если ты будешь брать большое, то ты вечно будешь тащить с собой упаковку, это во всем. Надо брать минимум 50, вот у меня было 100 даже,
тем не менее мы смогли загореть. Не бойтесь, да не загореть, там загореть. А шеринг очень важная штука. Вообще, все, что можно зашерить, шерите. То есть, ну, мы, наверное, это самая малодружная команда за всю историю российского МДС, потому что мы уже, как ребята говорили, мы в чате общались год. Мы уже там все чуть-чуть на других гостях побывали, уже ездили на многие гонки. Если есть возможность, например, взять один противолок на двоих, лучше брать один противолок на двоих. Там одну зажигалку, но я имею в виду, если не обязательно, да, то лучше брать. И вообще у нас так получалось, что все делились всем, ни одного голодного не было, все понимали, что там, знаете, как это, натуральное хозяйство. Ты отдаешь кому-то тебе, а тебе... Есть, есть, а золотомик тебе... есть, есть. Ну. Хоп, подошел кому-нибудь сделать массаж, а потом говоришь, блин, а костерчик не разведешь? Да, натуральный обмен работает хорошо. Кстати, про шеринг, если парой бежите, там, мальчик с девочкой, то лучше еще и спальник зашерить. Да, и спальник брать. Вот, лучше, да, потому что нет ничего теплее, чем спать вдвоем в этом спальнике. Мы с Юрой это поняли. У нас уже очень весь спальник нашел. Носки, соответственно, ну... Носки не шерить. Носки надо брать две пары. Первый, три этапа бежите, выкидываете, одеваете свежие носки, бежите в свежих остальные. Итак, опять же, носки не обязательно не нужно брать, нам нужно брать все носки, в которых вы бегали. А, дрова. Быстрее прибегаете, больше дров. Не имеет смысла каждому искать чуть-чуть дров. У нас, например, один человек сразу набирал на всю палату, да, на бегу. Здесь с дровами надо сказать, что организаторы рекомендуют брать спиртовые таблетки. Есть специальная подставка под котелок, которую они продают, чтобы на это ставить, там, кипятить. Все это очень много весит. Вот, и нет смысла с собой тащить, поэтому мы, в принципе, все, наверное, скинули. Все, кто взяли, все скинули чуть ли не в первый день эти спиртовые таблетки, на дровах все готовили. И на камнях, да. Камеры, да. Аккумуляторные батареи, опять же, если были солнечные батареи, нужно все тестить, да? Потому что солнечные батареи, если вы тестите в Москве, в пустыне, это разные вещи, потому что если она покрывается песком пылью, она не работает. Ну и солнца в Москве нет. У нас время солнечной батареи не работает. Мы их несли по три этапа. Соответственно, лучше убрать все батарейки, которые можно выкинуть. Например, если вы берете батареи на 6000 ампер, то лучше взять 2 по 3, потому что 3 вы выкинули, и уже несете 5. Либо если вы берете батарейку, зарядили все, и потом эти батарейки выкидываются, опять же, вы не несете. То есть будьте готовы расстаться с этими батарейками. Хотя там не было ни одного человека, который не был готов. У меня на 10 улетел пауэрбанк вообще. На самом деле, мне кажется, тоже вот, техника там не нужна, несмотря на то, что мы все там... Я самый главный гаджетоман, вот, я нес с собой плеер, и телефон, и пауэрбанк, который скинул, потом нес батарейку солнечную и так далее. Но, по сути, телефон не нужен, потому что он практически нигде не работает, только там в каких-то очень редких местах. Вот. В принципе, надо иметь, наверное, камеру, GoPro, и то не факт, что она реально нужна. Почему? Потому что можно эмоции, если в башке стирается, а так картинка восстанавливается. Ну, я специально взял, чтобы записать эмоции, записал на первом этапе и больше ничего не записал. Но тащил GoPro. Вот, плеер, ну, лично мне, например, не пригодился. И, честно говоря, я попробовал послушать телефон, не хочется ничего слушать. Вот ребята, не знаю, может, с музыкой лежат. Я слушал, потом у меня залился гелем, я его отмыл, он у меня перестал работать, потом заработал, я его зарядил перед этим этапом, выхожу, а батарейка все. В общем, короче, геморрой с этой техникой много, а толку у ней, по сути, никакой. То есть надо только что-то зарядить часы, самое основное, и все. Смотря какие, вот одна зарядка на всю дистанцию. Если ультратрек. Если GPS, то где-то метров на 100, наверное. Ну, 3 не из Феникса. И этапа на 100 км хватило. Я нес часы, чтобы потом, понятно, у меня трек где-нибудь остался. Если нужно время, можно взять обычные электронные часы, которые... Ну, лучше, мне кажется, просто пульс важен. Вот, потому что... Мне кажется, я бы бежал бы еще медленнее, если бы у меня не было пульсометра, потому что мне кажется, что я там бегу на пульсе 180 из-за жары, а пульс может быть 145. И я вот понимал, что там 150 пульс, это для меня был предельный, хотя в Москве я бегаю на пульсе 160, там 165. По поводу гаджетов, неожиданная публикация в Инстаграме посреди МДС породила кучу слухов, мы полдня там пытались догадаться, как же так получилось, поэтому гаджеты нужны. Багаж?
чтобы не сидеть, как я, с собой. Самое важное, нужно все взять с собой. Самолет. И не забрать багаж, потому что туда только летишь транзитом. И если багаж потеряется, то это мне повезло, потому что мы еще с Юрой поехали за 5 дней до старта. Если мы поехали в день, то я бы остался вообще без ничего, в принципе, год на смарт. Бивуак, лучше всего спать с краю, ну это мое ощущение, потому что там, во-первых, либо можно ковром накрыться, но Юра сказал, что не помогает, я делал хитро, и об этом только сейчас я вам скажу. Там делаешь двойную закладку, получается, у тебя камни задницы не нуждаются. И бивуак, он делается вот так. Первую ночь все замерзли, потому что не знали, что можно опустить край. И тогда тебе не будет задувать. Потом все уже приспособились там модернизировать этот бивуак. Нужно закрывать. Письма. Про письма я могу рассказать. Так как письма приходило много. Значит, туда можно писать письма. Кто писал письма, кстати, нам? Хотите там, можете прочитать письма. Вот они. Спасибо вам. Спасибо. Я не дал свои писать письма, потому что... Ты не мои дал случайно? Вот, письма, которые вы нам писали, спасибо большое, печатают. И, кстати, первый день напечатали одно письмо на одном листе, поэтому нам принесли по целой пачке. Вот, но, к счастью, количество писем экспоненциально росло к концу, и поэтому потом стали его тоже приносить пачками. Вот, писать надо все, что угодно. Вот, конечно, приятно контентные письма читать гораздо больше. Чем вот. Электронные книги, когда мы присылаем. Да, там электронную книгу, честно, я вот не смог. Но анекдоты хорошо заходили. Анекдоты, стихотворения неплохо. Вот, в принципе, здесь сегодня вот Костя находится. Я считаю, что Костя, он согрел, наверное, большую часть нашей команды. Костя, помаши своим ручкой. Вот, Костя просто прислал листы, к сожалению, надо пиши, поискать. Вот. Грейся, жри, жги, ешь, не умирай. Раскопированы на 8 листов. Соответственно, 8 листов приходит. Жри, грейся, не умри. Вот, вообще неплохо зашли письма эротического содержания, там что-то. Вот, там, ну, были прям очень такие, прям забористые. Вот, но, откровенно говоря, это очень-очень классно получать письма. Многие люди, которые писали письма, писали, что это вообще тоже для них интересный экспириенс, потому что писать письмо, на которое ты не получишь точно никакого ответа, вот, просто писать письмо, у нас такой навык, он утерянный. Вот. И ты тоже читаешь и думаешь, блин, вот сейчас бы что-нибудь ответил человеку, ну, ничего ты не можешь сделать. Ну, кроме как потом, вернувшись назад, благодарить. Дмитрий Волошин, потом мы приносили реально «Войну и мир». Там, если мне там один-два листочка, то у ребят было кипа. Круто, мы там ржали, читали, потому что там энциклопедические факты про Сахару, про МДС, как все бегал. Юрия... Единственному из российской команды написал, говорит, привет, там я такой-то, такой-то, 3 года назад я бежал под твоим номером, удачи тебе. Да, есть такая традиция, да. Просто хочу тебе пожелать удачи. Все, удачи. В общем, я не знаю, что за человек, не знаю, когда он приходит. Письма – это час времени нашего, может, ну, моего, по крайней мере. Я лежал и читал. Один раз прочитал, второй раз прочитал. Всегда, нет, там мейл остается, но мейл там abvgd@mail.ru. И имя какая-нибудь, там Анжелика. И какая-нибудь проната там. Думаешь, кто же за Анжелика? 537, чтобы не мандил. День отдыха. Это когда вы прибегаете, но день отдыха был зависел от того, какое количество, ну, за какое промежуток времени пробежали, если 35 часов, то, соответственно, если прибежали чуть быстрее, то вы еще ночь спите. Наша вся российская команда прибежала и спала 2 ночи. Да. В этот день, первый день, когда вам подают Кока-Колу, выстраивается очередь. Люди, которые не могли ходить, начали ходить. Слепые прозрели. Мальчик ЗЦП. Вот оно счастье. Спасибо вам, что есть Кока-Кола.
Леха придумал очень хороший рецепт. После того, как выпиваешь кока-колу, заливаешь туда еще воды. И пьешь воду, и она, правда, со вкусом кока-колы. А Дима Волошин свою кока-колу отдал девчонкам из российской команды «Типа Ресайна». Она делает натуральное хозяйство, потом массаж был у нас. Окей, пятый этап. Расскажешь? Пятый. А, давай я покажу сначала, наверное. Пятый – это который? У меня значит, это марафон за свои. Когда ты бежал быстро. Когда ты снимал всех на финиш. И прибежал самый первый из нас. О, я такое видео не видел. Для тебя важный этап? Для тебя важный этап? Да, расскажи. Для меня он такой же, как и все. Скажи по посылке, что там за ним умирал, а потом ворвался в лифт. Медаль выдает Патрик Бауэр всем. Лично. И в зависимости от того, в какой пачке, я прибежал и еще не стоял в очереди, пока мне выдали медаль. Сейчас расскажу 32. Дул жуткий ветер, и арка сложилась. Арку держали, да, но как? Окей, рассказывай, любите. Ребят, спасибо за то, что предоставили мне возможность. Для меня пятый этап, наверное, был такой судный этап. Всю гонку чуть-чуть продвигался, и в конце длинного этапа я оказался на 98-м месте. Цель у меня была залезть в 100, от сотого места меня отделяло 14 секунд. То есть ситуация прям патовая. Ну, как бы после длинного все болит, все не очень, вот. Ну и приходилось настраиваться и выходить, да, как на последний бой. Этап называется марафон. Почему так называется? Первая это дистанция, 42, второе, он практически плоский. Он действительно там, набор ну, там, метров 200 был, да, это минимальный, наверное, среди всех этапов. Вот. Ну и, в общем-то, выходил действительно, как на последний бой. Вышел, начал 5.30, 5.15, 6, но уже бежал действительно быстро, жарко было. Вот. Но для себя тактику принял бежать по пульсу не больше 165. И вот, ну, отлично заходило, то есть прям замечательно. Плюсом дополнительно обливался, плюсом абсолютно не тратил время на чеков, то есть там, раз, два, голова, все, побежал, то есть вот, ну, минимум вообще на все. То есть у меня на четвертом этапе была там проблема с желудком, мне вынужденных было несколько стопов, потом я забыл очки, ну, там, видать, перепекло уже, я возвращался так, как это погибло, то есть на пятом этапе этого не было. И замечательно прошел этап, для меня это был лучший этап среди всех. Удивительно, у меня получается каждый этап я разгонялся. В общем, 77-е место по итогу вот этого этапа и 95-е в тотале. То есть цель там выполнена была, но это стоило много. То есть на убитых ногах, там, пробежав там 200 километров, топить еще как бы и пятый. Ну, в общем-то, об этом особо не думалось. Нарафен вылетал через каждые 10 километров. Там, вперед. Плюс я сказал всем ребятам, кто меня видит, чтобы меня пинками вперед гнал, чтобы кричал мне за манди, где-то в середине, да, дистанции, кедры на 28-ю, меня догоняет Паша. Мы стартовали вместе с ним, это тоже вот, пятый этап. 151-х они стартовали с задержкой. Вот, с задержкой 2 часа от основной группы. Мы стартовали позже, и вот Паша где-то на 28-м меня догоняет. Любчик, ты чё мандишь? Все, меня выключило, и тут я побежал. Причем где-то сколько, минут там 8, да, я получил еще дополнительно. В общем, такой хэппи-энд, счастливой истории. Ребятам спасибо за то, что бодрили. Вот. Паша, огромное спасибо за то, что взбодрил. Вот. Но этап уже такой был, наверное, больше эмоционально заключающий. То есть мы понимали, что это конец. Все. То есть вот, в общем-то, бежишь на все деньги. Больно, да не важно, как бы. Все там плохо, там, ничего страшного. Там мало воды осталось, там, чуть-чуть потерпи, как бы. Там, ну, в общем-то, на все деньги, мне кажется, все старались, все бежали. Один я не старался. Но у меня получилось так, что по итогу длинного этапа я 33-й рейтинг. А у меня до 30-го, у меня цель была 50. То есть я уже, в принципе, до 30-го места 20 минут, чтобы выпустить. Но до 20 минут в марафоне на 5 это, ну, прилично, потому что все хреначит плоский кап. Чтобы вылететь, у меня запас полтора часа. Вылететь невозможно, если я даже пешком. Я понял для себя, что я сказал, что
мне больше, чем нужно. Надо получать удовольствие. Я бежал где-то по курсу 147. Прибежал один из самых последних российских команды. Получил за это невероятное удовольствие. Я бежал и наслаждался, смотрю на Дюны, смотрел на людей, идущих там рядом. Вот, в итоге потерял 4 места, стал там 37. Манежи нет. Я вообще не считаю. На финиш, на самом деле, когда у меня первый скайп был с Наташей себе, ну, как у меня вообще на мне пишет на письма, о, Паша, круто, 48-й топ, потом, когда я 64-й, 64-й, блин, Паша, ты чего раз, давай, пяток 50, потом стал 20-й, говорит, ты что делаешь-то? Потом в пятый этап я с ней скайп созваниваюсь, я говорю, ну, вот что-то я решил в походочку побежать, и тут такая пауза. Чего ты решил? Лучше я этого не говорил, потому что Егей это все... Ну, вот, тем не менее, она там, кажется, счастлива. Здесь, мне кажется, интересный факт про вот последний этап, что, ну, вроде марафон, да? Марафон, вот когда ты едешь на марафон, уже 42 километра, долго, да? Длинный этап. После всего того, что мы пробежали, марафон, ну, как звучит там, ну, типа, пойти десятку пробежать. Вот, то есть по ощущениям все вышли на этот марафон, что ну сейчас чуть-чуть там быстренько пробежим и все. Вот. И он, в принципе, так у многих и прошел. Я уж, например, не помню, как он прошел. Там. Я тоже бежал быстро, там меня нагнала англичанка, за которой я гнался там несколько этапов. Вот. И нет, она от меня убежала, но я пытался до самого финиша ее догнать. Взять телефон. Вот. Но он такой получился быстрый, совершенно незаметный, на удивление. Марафон. Ну, бежать к финишу. Наверное, это психология. Скорее всего, психология. Пятый этап, он, это последний этап, когда время тебе входит в ранки. Потому что шестой этап, он, мы сейчас о нем, конечно, поговорим, это благотворительный этап. И здесь, наверное, дают вот такую медаль. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Там, можно маленькую историю от команды болельщиков? Да, чтобы вы понимали, это странно выглядело. В три ночи смотрим, как Любомир финишировал, там легендарный показал свой жест сердечек. И приходит смс в три ночи. В общем, рекомендую не бежать с Абле, это не дальше там. Он это не рассказывал. Вот это длинный этап. Звонит его жена, там, блин, у него температура, у него волосы нет, все, мы там все силы какие можем управляем. В 9 утра приходит осторожно, глянь, там кто ты, в чем мне. Вот я там раскладку, все, там написал, 12 такое. Так, номера врагов, уже все нормально пошло. Шестой этап солидарити. Надо рассказать, как мы праздновали марафон. Марафон. Когда мы его завершили, нам тоже в конце, ну там, награждение, награждали, концерт. И перед концертом, после концерта поставили большой надувной экран, подготовили проект, и нам должны были показывать тоже кино про весь наш марафон де Савли, 32-й как раз раз. И приехал грузовик, это второй раз, когда нам должны давали напиток или кока-колу, или пиво, или в этот раз еще третий напиток был сок. Вот. И не выдавали до того момента, пока не закончится официальная часть, чтобы все с напитками сидели и смотрели это видео. Значит, очередь собралась несусветно, чтобы вы понимали, мы всегда все брали без очереди. Вот. У нас у русских есть такое вот чувство, мы вот в очередях мы не любим стоять. Вот. И когда мы пошли брать, естественно, мы все взяли пиво, вот, без очереди, сели в первый ряд, опять-таки, перед всеми, чтобы смотреть кино. Вот. И получилось так, что кто брал первый, чтобы раскидать очередь, волонтеры обычно эту карточку прокалывали, вы ее видите. Ну, вот. А в этот раз, когда вы давали пиво, они проколоть не стали, отметили маркером. Ну и что вы думаете, когда мы уже первый раз за 4 дня выпили пиво, сумели напиться на маркер. Мы все сделали так. И стерли этот маркер. Я уверен, что он не стирающийся, а мы его стерли. И мы все пошли второй раз. Когда мы взяли по второй банке пива, я единственный помню, что сказал, нельзя возвращаться в то же самое место. И мы поменяли дислокацию. Мы выпили по второй банке пива. И сделали вот так. Вот это было после
все. Это Дима Волошин из Молдовы как раз. 62%. На третий раз нам прокололи. Но мы и тут не растерялись. Юрке досталась банка пива какая-то неправильная. По вкусу, ну правда, неправильная. И мы подумали, надо пойти поменять. Юрка пошел, поменял пиво. Потом это сделал Паша. Он говорит, а что я? У меня чуть-чуть там и есть. Паша, расскажи, как ты менял. Ну, а я тоже прихожу, я говорю, знаете, у меня, по-моему, здесь вода. Уже осталось на донышке. Она такая пробует. Ну, все пропало, все становится пиво. Ну ладно. Я, она тебя спросила, почему у тебя так мало осталось? Я не мог расправить. Ну, в общем, короче, мы добились. Это здесь про спорт, поэтому дальше. Сейчас я попробую обратно воспроизвести. Следаете за век... Вот, вы такие маленькие все. Это первая чистая майка через 6 дней. Да, которую выдают. Самый красивый этап, наверное, да? Да, потому что вы его 100% бежите через дюны, но там... Мы не бежали. Мы все идут пешком, делают красивые фотографии. Все фотографии, которые в Инстаграме вы увидели, наверное, вот с этого этапа. Но получается, все уже с легкими рюкзаками. Все знают, что эти 7 километров, здесь еще 2 часа надо пройти, где-то пойду пофоткаться. Он тебе сразу гостиниц. Наверное, это вообще что такое? Вообще, откуда взялось солидарность, они начали его делать 2009 года. И тем самым они поддерживают развитие спорта среди детей марафонов. Они какие-то часть денег отчисляют на развитие спорта марафонов. Ребята, пробуйте. Слушайте, про солидарность. Мы тоже ели за одну ложку, перемешали. Заканчиваем всегда в Солидарите. Помешайте только. Так получилось, если взять историю еще с Дмитрием Волошиным, я перемешал, а он бежал всегда позади меня. Это ладно, пойду его встречу, он так что всю кухню говорит, Паш, мне нужно красивый финиш с трех страны, потому что надо делать видео. Сижу, жду, нет, 5 минут, 10 минут, уже случилось, ладно, пойду его навстречу. Прошел километр, нет, уже бегут там, ну, я знаю людей, которые после него прибегают. Он говорит, он уже впереди убежал. После этого он мне никак не мог забыть, и в итоге мы делали с ним дубликат, фейковый финиш. Сейчас поедем. Он говорит, сейчас Паша выбираем паузу. Я говорю, если он шел без футболки, мы снимали, как будто он финишировал. Он снял медаль, нашел волонтер, говорит, так, ты мне сейчас будешь медаль. И мы это все сняли, как это было нормально, да? Ты бегаешь, тебя отрезает бикер, этот GPS-трекер, дают чай, фотографируют до-после, когда они будут фотографии. Я, мне повезло, пришел, Юра уже стоит с ящиком кока-колы. Юра не растерялся, наверное, ты даже в этот момент. Тебя сажают в автобус. И 6 часов ты едешь обратно в автобус. Он тебе говорил, что вначале туалет. А потом следующая картина. Ты сидишь на корточках, кушаешь очень вкусно. А рядом с тобой в 3 метрах девушка тоже делает свои дела. И тебя, и девушку, это абсолютно не важно. Паша, да, знаешь, это такая кухня была. Мы когда в лагерь ехали, у нас все-таки мальчики налево, девочки направо. В обратную сторону, безусловно, все на одну сторону, но мне поразил другой факт. Обычно, ну, я извиняюсь, конечно, все от автобуса отворачивались. И кто-то с Пашей Калабиной, с Пашей, с Тёмой, да, с Артёмом Калабиным сидела, это, ну, бабушка, не бабушка, не знаю, ну, в общем, голландка. Вот. Я не знаю почему, но она села лицом к автобусу. Может быть, она боялась, что автобус едет. Маратон без сапли, но, наверное, точно там стирается вот это, что нормально, что ненормально. Так что нормально. Ты начинаешь понимать, что в принципе, кроме этого рюкзака и вот этого набора в жизни вообще человеку ничего не нужно. Ну и воду, чтобы тебе еще давали, вообще через 10 километров существования. А, у всех по-разному, но я когда смотрел эти видео, думал, куда я попал, вообще для чего я еду. Но для меня оказалось не таким уж страшным марафоном. Я не разговаривал с собой, у меня не было мысли ни разу, что нахрена я сюда подписался, зачем мне ехать.
Для меня питерский марафон в 2016 году «Белые ночи» был самым... В каком 16? «Белые ночи». «Белые ночи» для... Вот как раз хотел. Это мои первые мысли, которые я снял после ЭДС, я сказал, что для меня это было сложнее. Но опять же, стоит ли там еще раз пробежать? Ну, там для меня точно стоит, я должен зарегистрироваться на следующий год. Вот. Я не знаю, как ребятам бежалось. Слушайте, у меня было на самом деле это две цели. Первое — финишировать. Во время подготовки мне еще подошел азарт, что вроде как форма растет, и я хотел, честно говоря, замахнуться там на сотню, на 10%, но понял, что нет, это не мое, у меня там скромнее получился результат. Но вторая цель у меня действительно была, это пробежать, сохранив ноги без мозоли. Вот мне это удалось, когда там спрашивают. Слушайте, я вам сейчас скажу правду, вы подумайте, что я псих. Как говорится, когда ты думаешь, что ноги должны остаться целы, они у тебя сжимаются. Этот есть человек, он говорит, мне хорош. Ну да. Ну, у меня, да, на самом деле все просто. На самом деле прибегаешь, забираешь ноги вверх, чтобы не было отеков, там, моешь, вот, ну как-то носки. Там обувь поджарил. Ребята тестировали еду, я еду не тестировал, у меня крепкий желудок. Я тестировал кроссовки. Я бежал вот в этих Олимпус, Альтра Олимпус, идеальная для меня обувь. Вот. Были истории, когда ребята наступали в хоках на колючки и прокалывали полностью подошву и доставали, и потом не могли бегать. Так вот, или Асикс, да. Вот здесь вибрамовская подошва, она идеально выдерживает все. Ну, как забежался? Как тебе забежался? Не, ну... Что могу сказать? Нормальные люди, я решил, я для себя больше, нормальные люди такой фигню не делают. Нормальные люди занимаются чем-то другим по жизни. Вот. Здесь сюда едут люди с какими-то определенными психическими отклонениями. Вот. Mm-hmm. Коими мы где-то в какой-то мире являемся. Ну, вот. Ну, я как бы сказал, не хотел ни с кем соревноваться, соревновался каждый этап. У меня как у Любомира получилось, я улучшал в свое время на каждом этапе. Вот. Пустыню стоит поехать, чтобы посмотреть пустыню. Вот, вообще там сумасшедшие пейзажи, очень красивые, таких, наверное, ну, аналогов я, по крайней мере, в своей жизни не видел нигде. Вот, бесконечное вот это вот пространство, где-то там горы, дикие верблюды. Иногда бывает, посреди пустыни стоит замок такой, думаешь, что какие-то люди там живут. Ну вот, то есть, с туристической точки зрения, мне очень понравилось, я с туристической точки зрения всем рекомендую туда поехать. Как сказал Паша, ну и я себе так как бы с самого начала сказал, что если я не пробегу, то я пройду. Вот. Чтобы вы понимали, за полгода я пробежал до марафона The Sables приблизительно такое же расстояние, как на самом марафоне The Sables. Вот. А за последний месяц, по-моему, километров всего 80, хотя там ребята там за 3 дня столько бегали. Вот. То есть, ну, я себе сказал, что если я не пробегу, я пройду. Вот. У меня получился такой какой-то кросс-поход, вот, и я получил колоссальное удовольствие от этого времени, потому что у тебя отключается мозг, ты пока там 6 часов, 7 часов бежишь, у тебя мозг не работает, потом ты 10 часов спишь, у тебя мозг не работает. В этом лагере, пока ты находишься, ты как в дом-отдыхе, в санатории, ешь, спишь, с народом, с хорошим общаешься. В общем, получается такой 7-8-дневный трип, практически на Мальдивы, но немножко с бегом. Это действительно хорошее приключение, если ты на него настраиваешься как на приключение. Если ты хочешь какую-то выполнить спортивную цель, то тебе придется немного пострадать. Вот, то есть попотеть. Да, попотеть. Если просто его пройти, то ты однозначно получишь удовольствие и не сильно как бы убьешься. У меня чуть другая была там, ситуация. Мы с Пашей замахнулись, Паша сразу топ-50, я топ-100. Вот, ну и чуть-чуть как бы пострадали. Но сейчас, ну, я, например, абсолютно не жалею, потому что там хотел, сделал. Вот, все, что там пострадал, это уже забыл. Впечатление супер, в Сахаре ходящих бываю, наверное, никогда, поэтому, в общем-то, впечатление никогда. Ну, я не планирую пока.
Но организаторы уже анонсировали два новых МДСа. Один МДС в Перу. Вот, сделали очень красивый, воодушевляющий ролик. Наверное, опять с туристической точки зрения, кто со спортивной, мы наверняка туда когда-нибудь все поедем. Вот. Есть еще половинка МДС. В принципе, она доступна, я думаю, каждому здесь сидящему на острове Тенерифе, на Канарах. Там, по-моему, 120 километров за 3 дня. Вот, в принципе, хороший способ попробовать себя в таких условиях, заодно собрать все, весь став. Увидели зажигательный танец, когда в первый день у нас был брифинг, и весь лагерь МДС начал танцевать. Начали танец мы, когда Паша делал вот этот флешмоб, мы делали его так вот все руками, и все участники начали за нами повторять. Среди нас был Джоэл из Эстонии, он танцор, вот, и мы попросили Джоэла станцуй, вы увидели этот зажигательный танец, и вот после этого танца вышли все танцевать. Кручу педали как раз сразу это. Сразу видно, топ 50. Так, еще. Следующий. Спасибо. Ну что, кто надумал бежать МДС? Перед вопросами, можно я вас поблагодарить за супер прекрасную дорогу, что вы пришли после вашего суперфинишного на Украине, прямо сразу с самолета, вручиться мне, этой Украине, взамен ваших песочных вещей. Чистые, новые, чистые. Можно не стирать. Если с размерами будет не совпадать, скажите, у нас такие байки даются для марафонцев, для тех, кто преодолел, по крайней мере, беги самые крутые дистанции, черные, крутые майки. Спасибо большое. А можно что-нибудь изменить? Спасибо. Я начал готовиться, ну, получается, в июле месяца. С того момента пробежал марафон в 7. Нет. Разно. Максимально медленно. 100 метров в Дубае. Ну, я просто представляю, что я бежал сотку. И бежал сотку в Дубае, горную сотку. Не слушайте, ребят. Вы больше 30 за тренировку я не бегал ни разу. 100 я не бегал. Если брать объемы, то начинаешь бегать где-то с января месяца, начинаешь бегать с рюкзаком, за это время просто тренируешься, циклы там какие-то. У меня была погодка, мне нужно было марафон московский пробежать, там я хотел с трех выбежать, не выбежал. А потом начал потихонечку готовиться к сотке в Дубае, и после сотки в Дубае начинается новый пик. Пик приходится примерно, ну, всех примерно приходится пик на февраль, где-то там 120-130 километров в неделю, там есть. И потом идет на снижение. У меня получилось около 4000 набега перед МДС. Что касается там скорости на марафоне, дневная одна сильно влияет на. Здесь больше про выносливость. Потому что у нас есть ресейфиров, которые, я не знаю, у него там 3.30 марафон, но при этом он там 60, да. Он очень быстро бежал, да. Вот медленный паровоз. И в горке это постоянно стабильный пульс, но он, правда, делал там что-то космические, а там по 160 километров в неделю на объем, на низком пульсе, вот он весь королев там изобразил. А как время с которым подготовиться? У нас есть друг из Украины, Влад Цисленко, он бегал в сауне, то есть на месяце по часу. Это единственный, кто среди нас как бегал, очень любил. Мы просто ходили в баню. А, в баню. Ходили в баню, на самом деле, все бегали просто зимой, бегаешь в обычных. Ну, я, например, опыт получил тоже. Поехал на жаркий марафон в Дубай,
пробежал его, тепловой удар получил, понял, что это такое, то есть прям вот очень хорошо зашло, там бежал при температуре 32-33, потом мы с Пашей еще съездили в Дубай, тоже вот такие раз бегали, ну, в жару ехали, но там было не так жарко, но хотели понять, что это такое, насколько нас убьет. Ну, это не система, просто попробовали, к чему готовиться. Мне кажется, в наших условиях к жаре нельзя подготовиться. Единственное, что можно сделать, это приехать пораньше и акклиматизироваться, что мы, собственно, и сделали. Местами был, да. Рассчитывать на него не стоит. Мы радовались, да, больше. Чтобы вы понимали, ночью где-то 12-15, средняя температура дня, на виду и лагерская какая, 39. Максимально сколько? На трассе в пик там 45, это все в тени. И в пик там был какой-то из дней, там, типа, 60 градусов. Не, ну там на солнце мы вешали часы 60, в тенте 55. А на руке 35. Ну, соответственно, где-то вот посерединке, там, 45-50, там, наверное, жарят. А здесь 1000% участников, кто вырежет? До старта задекларировали 20%. Вчера я посмотрел на сайте 14. Много сошло. Много. Сошло немного. 140 человек. Да. 10%. Обычно 20% свой, здесь 10%. Куда они нравятся? Закапывают. Они вместе с вами ездили просто и приезжают, но не верят. Я думаю, не капли. Слушайте, я прочитал это про вот всю эту живность. Днем я когда бежал, я не боялся, потому что они на жаре спят, что называется. А вот когда был ночной этап, я понял, что они тоже должны были выйти охотиться. Вот, но никого мы не встретили. Повезло, там некоторым ребятам они видели игуан. Самое опасное перед ящерицу и черных жуков. Видимо, они. Верблюдов видишь, диких, да, тоже забавно. От запаха участников МДС они разбежались. Запах у нас был там. Да, это вообще не мыться. Нет, мыться лайфхак, берешь бутылку, прокапываешь. Смотри, как первый день. Не хватало воды, первый день, вот лично я не мылся вообще. Я прибежал, думаю, как я потный сейчас буду. Нет, ничего, постоял, состояние. А на третий день, я или даже на второй, я решил поэкспериментировать. Я оставил в бутылке вот столько воды, также вот, ну, проколол крышку, пошел помылся, у меня даже осталась вода. Ну там с точки зрения гигиены вообще для девушек делают отдельные кабинки. В принципе, некоторые девушки в этих кабинках даже мылись. Вот, вообще, ну, это кабинки для нужды. Кстати, про пакет так и не рассказали. Ну, вот, КК-пакет. Был такой вода. КК-пакеты вечные, без золота просто. Вот. Самые сложные процессы, как проходили. Нет, без этого нельзя. Что там есть такой стульчак. Вот, реактивом. Да. Вот, соответственно, нас учили, мы все научились, сейчас расскажу вам. То есть, отрывается пакет, башок прибывается, что в нем разберется камешек. Аккуратно, филигранно бросаем. Вот. В общем, все удобство, все. Потом ты это все аккуратно собираешь, завязываешь пакетик и мусорный бак рядом утилизируешь. Следующий. В общем-то, кабинки по три штучки стоят рядом. Вот. Если говорить про эту малую нужду, это два шага, две лак, и все, все стоят, будет общаться. Мы говорили, что мы жили в внутреннем круге, да, то вот к крайнему кругу не повезло, потому что все ходили как раз туда. Да, и шага, и сразу. Да, и вот крайний ряд, они это все журчание, это все слушали. Ну, вот. И, наверное, еще про туалет интересно, знаете, как. Утром это не, ну, как бы все обычно, что называется, а вот вечером, когда все идут с фонариками, это было интересно, потому что там начинался театр теней. Вот, и со стороны, когда стоишь в очереди, смотришь театр. Единственное, что помню, у нас упала один раз арка. Старт-старка, да, у нас дуэст, у нас упало, ну, в общем, такой фан был, все ее побили, там подержали, повеселились, отличные фотки сделали и убежали. Отошли буквально там 20 метров и стартанули без арки. А так, в общем-то, организация на уровне, я бы сказал, на топовой, да, все продумано, насколько все в пустыне можно продумать, сделано реально. Да, очень безопасно, где-то на каждые 3-4 километра стоит медик, вот, задает контрольные вопросы, насколько вы еще в сознании, и вот.
принципе, если ты отвечаешь, что тут там членораздельно ему, там, типа, yes, окей. Да. Ну, можно на французском. И на чекпоинте меня сразу посадили, проверили температуру, взяли анализ крови на сахар, содержание, потому что все нормально, да, видимо. Хотел, чтобы сняли. У меня температура. И вопросы 3, может быть. И если возможно, будут новые вопросы, вполне можно брать на соцсети, писать и более подробно. Да-да-да, мы там есть. Все, какой вопрос у меня? Все поняли. Спасибо.